Того, как в эфире украинского телеканала 112 опроверг сообщение других украинских СМИ о присутствии в Донбассе российских войск. Он также подтвердил обстрелы украинской стороной мирных жителей. Россия и Белоруссия должны обратить особое внимание на развитие экономического, инвестиционного и торгового сотрудничества. Об этом Дмитрий Медведев заявил в Могилеве, куда прибыл для участия в заседании Совета министров союзного государства. Она проходит в эти минуты. В повестке около 30 вопросов, в том числе план формирования объединенной транспортной системы. Но начался визит переговорами с белорусским премьером Андреем Кобяковым. Хорошая была идея проводить союзные советы министров в разных местах, и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь. И вот сейчас настала очередь Могилева. Мы сегодня с вами обсудим все вопросы, которые касаются экономики, те проекты, которые мы ведем, те торговые вопросы, которые существуют, включая энергетические и некоторые другие. Поговорим о планах на будущее. Город Могилев является одним из флагманов белорусско-российского сотрудничества. В прошлом году 2 миллиарда товарооборот был только по Могилевской области. Вот. И много совместных проектов, причем как на российской, так и на белорусской стороне. И мы очень рассчитываем на то, что сегодня будет день очень плодотворным, насыщенным и послужит дальнейшему развитию наших торгово-экономических отношений. Московский арбитраж.